События на Шадр Инфо. Фасадная компания «СТМ Лидер» 5 лет на строительном рынке в Шадринске. Семья Зайковых в самом начале своего бизнеса решила, что готова предоставлять людям все строительные услуги так, чтобы сдавать объект под ключ. Сергей Владимирович с отличием окончил экономический университет по специальности менеджмент организации. Родилась мысль, что пора дома, дворцы и небоскребы, с любовью сооружаемые из конструкторов в детстве, превращать в настоящее реальное. Нам хотелось, чтобы человек, который обращался к нам, решал все свои проблемы в одном месте. Значит, ну и плюс, чтобы город от этого становился только красивее. Хотеть значит мочь, такие смогли же. Имея в распоряжении всего 100 тысяч стартового капитала, уже через год компания увеличила обороты. В течение всего 5 лет на глазах у шадринцев серые невзрачные фасады домов то тут, то там превращались в яркие, стильные и качественные. Не хуже, чем в большом городе. Ведь, грубо говоря, восприятие фасада, оно длится у незнакомого человека 3-5 секунд. За 5 секунд он оценивает, хочет он попасть внутрь или нет. У вас внутри может быть там как угодно красиво, хорошо, добрые люди, отзывчивые продавцы, но если человек не хочет туда зайти, он никогда об этом не узнает. Наша задача сделать так, чтобы человек захотел к вам зайти и делал это снова и снова. Просто фасадная магия какая-то. Теперь-то я знаю, почему я неоднократно заходила туда, куда мне и вовсе не надо было. Это совсем не из-за скидочных цифр, в которые давно никто не верит. Но как не заглянуть в сказку? Красиво же. Да и так хочется настоящего волшебства. Интересно, как оно у них получается? Мы стараемся работать по принципу, когда нам просто называют главную задачу. Значит, человек приходит и говорит, я торгую, значит, тем-то, тем-то, оказываю такие услуги, мне хочется, значит, выделиться как-то, мне хочется заявить о себе, мне хочется показать, что, значит, я чем-то отличаюсь от других, вот давайте будем решать эту задачу. Понятно, высокий профессионализм на грани волшебства. Первым из команды лидера принимается за работу кудесник-дизайнер, перед которым стоит непростая, но важная задача совместить все желания заказчика воедино. Фирменный стиль, логотип, бренд, которые должны соответствовать внутреннему содержанию помещения. Зашли бы вы в кафе, будучи голодным, который ни глаз не радует, ни информации никакой не несет. Возможно, 5 лет назад – да. Сегодня точно пройдете мимо, но только не мимо того кафе, над которым поколдовала фасадная компания «СТМ Лидер». Мы, конечно, работаем над тем, чтобы объяснить важность хорошего уважения в фасад. Фасад, который не надо будет ремонтировать каждый год, который не надо будет мыть каждую неделю, значит, который не надо будет перезаказывать каждые 2 года. То есть сделать хорошее вложение, которое будет приятно глазу и много лет приносить пользу. За все время, когда мы произвели вот этих порядка, наверное, 3 уже десятков этих фасадов. Опыт не маленький, но свой первый контракт директор помнит и сегодня, результат которого и по сей день продолжает радовать стилем и качеством как заказчика, рискнувшего обратиться к новичкам, так и прохожих. И все это произошло, несмотря на слишком скромные на тот момент знания строителей о фасадных технологиях и конкретно алюминиевой композитной плите. Мы не знали, что это за материал, значит, как с ним работать, что из него можно делать. Но уже сегодня, спустя 5 лет, сотрудники компании «СТМ Лидер» знают о своем рабочем материале и инновационных технологиях его использования, как говорится, все и даже больше. Для этого делается максимум того, чтобы заказчик имел большой выбор и не смог разочароваться ни на секунду после приемки заказа. При общении с клиентом самое главное объяснить, как именно, значит, можно выделиться перед другими. Значит, объяснить, что не обязательно для этого использовать яркие, броские цвета, значит, кучу рекламы и какие-то там агрессивные элементы. Приятный фасад может быть спокойных цветов, спокойной компоновки. Совершенно не обязательно делать его там в кричащем стиле. Значит, даже наоборот, спокойные тематические фасады, они привлекают людей больше и чаще, чем те, на которых красный цвет, значит, неоновая вывеска, скидки 120% и другие вещи. Придерживаясь твердого устоявшегося правила менеджмента «клиент всегда прав», приходится, как говорит директор фирмы, использовать самые невероятные варианты совмещения желаний и реальности, чтобы получить результат, который бы удовлетворил заказчика и не повредил профессионализму мастера. Значит, одним из самых сложных проектов у нас был остановочный комплекс на выезде из города Васеево. Значит, во-первых, сам этот комплекс имел невзрачный вид, значит, он был построен как временный,
был построен давно, никем не ремонтировался и так далее. Значит, проблема была не только в том, чтобы его обновить и сделать приятным. Значит, задача была еще выполнить его в стиле исторического Шадринска, в стиле, значит, купеческого города. Вот. И поначалу нам казалось, что это невозможно. Совместить современный материал, хай-тек и стиль купцов, значит, задача невыполнимая. Тем не менее, значит, наш дизайнер, она придумала, как можно совместить современное со старинным, с выгодой для обоих. А потому любой выстраданный и рожденный эксклюзивный проект в дальнейшем до мелочей обсуждается всем коллективом. Рассчитывается точное количество необходимого композитного алюминия. Все делается, чтобы доставить его в город без задержек. И, конечно, с постоянной думой о желаниях клиента, для которого важно не только принять заказ в срок, но еще и качество и даже цвет панели в точности, как на проекте. Больше 100 цветов. Качество вот этих панелей композитных больше 30 лет. И бывает и до 50. Очень долговечная технология. Для пущей убедительности мы присутствовали непосредственно в мастерской и наблюдали за волшебным процессом превращения сложной алюминиевой плиты в дизайнерскую вещь, которая призвана сделать фасад заказчика неповторимым. Не дрогнувшей рукой делается точная разметка. Почти как в швейной мастерской, раскройщик колдует над выкройкой, не позволяя ошибиться ни на сантиметр. Потом ей придается необходимая форма. Закрепляются все согнутые детали, заготовленные панели доставляются к объекту, и там идет их кропотливый монтаж и крепление к фасаду ровно в такой последовательности, как на дизайнерском проекте, не отступая от него ни на штрих, ни на тон. Монтируем подсистему, там тоже нескольких вариантов. Может быть, алюминиевая подсистема, значит, и из профилей обычных. После того, как эта подсистема готова, везем, опять же, вот эти панели готовые и монтируем на объект. Вот, собственно говоря, все. А потом уже сдаем и получаем похвалу. Мы даем гарантию на свою работу в течение 5 лет. Значит, меняем поврежденные части, занимаемся сервисом, обслуживанием. Значит, всячески помогаем клиенту содержать его новую собственность в порядке. Бывают такие случаи, когда вандалы вот делают надписи, то у нас имеется средство для удаления вот этих рисунков всяких. Для этого есть специальный состав, смываем, и, собственно говоря, после того, как обработку сделали, она как новая. Поэтому заказчик эти вопросы может с нашей помощью решить. Как выяснилось, с помощью фасадной компании STM «Лидер» можно решить много серьезных задач, которые ставят перед собой руководители самых различных предприятий, как частных, так и государственных. К примеру, ее специалисты готовы и к ремонтам многоквартирных домов. Первый муниципальный контракт на такие работы был заключен еще в 2011 году, когда на субсидию службы занятости были созданы новые рабочие места. Причем STM «Лидер» не стоит на месте. За 5 недолгих лет не раз приходилось экспериментировать, внедрять новые элементы на фасады, вводить новые технологии в рекламе. Мы активно работаем как с оконными компаниями, с рекламными и с рядом других, значит, для того, чтобы вводить какие-то инновации, инновации в пользу клиента. То есть наш фасад, он не обязательно имеет какой-то стандартный вид, в нем постоянно присутствуют новые элементы. Например, недавно мы, значит, начали добавлять на фасады дерево, обработанное дерево, значит, для тематики Германии, значит, Европы старинной, в которой деревянная отделка считалась наиболее престижной. Качество, профессионализм и креативность компании STM «Лидер» пришлись по вкусу не только шадринцам. Уже на 3-м году работы на местном строительном рынке слава предприятия докатилась и до соседних населенных пунктов. Сейчас мы не ограничиваем свою географию деятельности, работаем спокойно по всей области. Значит, к примеру, в Долматово местные жители хорошо знают наши фасады. В центральной части, значит, такие как «Аквамода», «Престиж», редакция газеты, значит, «Долматовский вестник». Вот. Работаем в соседних областях, поэтому для нас география, она не принципиальна. Принципиален запрос
значит, и какой-то профессиональный вызов. Если вы тоже готовы на профессиональный вызов в плане строительства, то вам сюда. Улица Свердлова, 82. Ждать результата придется в зависимости от сложности заказа от месяца и до 4, не более. Не верить создателям предприятия, которым всего за 5 лет удалось с помощью стремительного овладения новыми строительными технологиями расширить значительно рынок влияния, вдвое увеличить объем работ, получить допуски для выхода на крупные объекты, начать строительство собственной производственной базы неразумно. Выбор за вами, и результат не заставит долго ждать.